Здарова, дружище! Сегодня мы посмотрим с тобой Friday Night Funkin', но это аниме. Гарцелла и бойфренд. О, бой. Это такой стонкс, не представляешь. Я просто обожаю, это самый мой любимый мод, я уверен, и твой тоже. И... давай посмотрим. Я не знаю, чего здесь ожидать, насколько это хорошо или насколько это плохо, но музыка уже... О, там этот лимон наверху. Ебок, кстати, нарисовано круто. В рот сигарета. Осуждаю, кстати, курить нельзя. Кто курит, тот мудак. Кто курит, тот сосет. Понял, да? Лох. Блин, классно его нарисовали, кстати, мне нравится. Он выглядит как бомж какой-то. У него такие глаза безжизненные, кстати. Блин, музыка классная. Опа. Бойфренд с девушкой. Ой, ну тут, по крайней мере, девушку нарисовали как девушку, а не как какого-то огромного качка. Да и бойфренда нарисовали хорошо. Кстати, я в качалку начал ходить, я тоже скоро буду таким большим. По-моему, Гарцелла клево выглядит. Бля, бойфренд прям, ну знаешь, такое это. Гарный парень. Закрыл глаза. Они будут говорить? Если ты не знаешь сюжет, то я тебе сейчас его расскажу. Гарцелла призвали сюда, чтобы он убил бойфренда при помощи сигареты. Вот о чем сюжет этого мода. Так, он куда-то пошел. А вы куда? Куда ты, блядь, пошел, дурак? Так, нет, не говорите мне, что это будет видео, где он просто ходит. Он куда-то пошел, куда он пошел? Дед идет куда-то. Дед ушел. Дед идет и вспоминает, видимо, танцы. Дед сидит. То есть это просто анимация, в которой дед сидит и дед ходит. Дед поднял ногу, так нельзя. Так сидят дураки. Так сидят те, кто неправильно. А. Эстетично, эстетично выглядит дед. Дед пришел отдохнуть. Ого, дед раздвинул рогатку. Мэнспрединг получается. Я думал, здесь будет именно анимация между ними. У меня есть еще одна анимация для тебя чуть попозже после этого. Ну, нарисован он круто. Я хочу анимацию про Гарцелла. Я хочу аниме про Гарцелла. Битбоксит в мусорную дыру. Медленно битбоксит. Блин, почему бойфренд выглядит настолько... типа, как-то ассасно. Знаешь, выглядит как какие-то воспоминания. А, ну может быть в этом, кстати, и суть. Точно. Он, наверное, выкурил сигарету вместо бойфренда, и это он вспоминает. Это он вспоминает, что типа с ним происходило самое кайфовое на последнее время. Мне нравится скрипка. Ебо, круто. Мне нравится очень этот мод, в принципе. Дед скурился. Это самая лучшая реклама для того, чтобы перестать курить. Блин, ну это было круто. Вот с этими скрипками дикие скрипачи были очень в тему. О. Режим лиса у Гарцелла. Блин, ну это было не особо движно. Почему? Ну, подвижу, понял, да? Но это было кайфово по самой задумке. Это было кайфово по самой... рисовочки и по музыке. Музыка отличная. Вот что я хотел посмотреть. Friday Night Funkin', но это аниме против Рува. Ты помнишь его? Давай посмотрим оба, потому что почему бы и нет. Извини за то, что я тебе проблемы составляю, но похоже тебе придется видеть меня такой. Да нормально. Это моя работа с этим разбираться в любом случае. Мне нравится, как звук повторяется, когда он идет. Просто знаешь. То же самое. Руф идет. Руф, кстати, уничтожает бойфренда. А есть еще одна неделя после этого. У нас сегодня анимация. Классная анимация, рисовка. Битбоксит там жестко. Блин, ну какая музыка хорошая. Сейчас будет шутка для школьников. Это ты, когда твоя математичка кричит на тебя. Ха-ха!
Кстати, он похож на Хуяш. Персонаж. Руф жестко флексит, согласен. Разрывная. Юморишь. Почему Руф выглядит так круто? Я не понимаю. Нос. Артур Дэдди. Мне нравится, как... О-о-о, нихрена драка пошла. Блин, ну слушай, а рисовка такая-то неплохая, то есть даже при том, что это анимация довольно простая. Это рэп, а не едино... Это рэп, а не едино... Я хотел сказать, что это рэп, а не единоборство, но ладно, теперь нормально. А ее просто качает. Она как бы переживает, но вставать со стула все равно не собирается. Почему Руф выглядит крутым? У него ничего нет толка. Ребята в комментах говорят, чтобы на них наступили. Вот это круто, кстати, подходящий момент был. Ха-ха, прикольно. Ой, я аж прослезился. А, ну то есть они побили его? И это еще не все, не хватит слов. Но теперь Friday Night Funkin' Groove против злого бойфренда. А, это продолжение истории. А, она стала демонюшкой, походу, сама. Она как Незука. Сейчас у него будут флешбеки, короче. В него вселился лимон. У него пробудился режим лиса. Ну, то есть, не лиса, а лимона. Еба! Вот это прикольно, кстати. Так. Рубу лучше начать рэповать по-латински, потому что иначе из него дьявола не изгонишь. Он, у него голос похож на этого Ичига из Блича. Еба! Мурашки, вот это круто! Он еще напоминает этого Гуля корейского. Реально, анимация лучше, чем в половине аниме. Слишком много пафоса. Да это же аниме, тут такое нормально. Отбил, отбил раз, отбил два, отбил три. А девушка продолжает на это просто пялить? Лимонный сок решает. Блин, Руф все равно выглядит круто, я не понимаю. То есть перекинь, перед Руфом какая-то огромная херня страшная появилась, а Руф такой... Да поебать вообще. Я за Руфа болею. Растворился дед. На, за голову. Ну-ка, понюхай асфальт, сукчара. Ой, хорошо. Рисовка немного... Ладно. Подумай. А что, у Руба тоже есть какой-нибудь режим? Выпил самогон и стал демонюгой, ну да. Мне не очень нравится повторение музыки. Ого, аж человеком стал. А, он решил включить микрофон. М-
Мои соседи пытаются заснуть. Я снимаю видео в 11 вечера. Блин, минус церковь. Где теперь молиться? Человечность восстановлена. Его кто-то резанул. Это девушка? Я ставлю на девушку. Ебать. Это лист. А, то есть он стал полностью демонюгой из-за этого. Режим лиса возобладал. Девушка, кстати, слушай, а девушка и бойфренд, они прям идеальная пара. Что одна демонюшка, что другой демонюшка. Хотя, кстати, и монашка тоже демонюшка. То есть здесь все демоны, блядь, собрались, кроме одного Рува. Рув просто дворник, нахуй, который пришел сюда, и ему набили ебало. Нормально, спасибо, друзья. Микрофон, все. Это было круто. Бля, это было не обязательно. Ты мечтал посмотреть на сущего бойфренда? Я да, я точно. Это кто? Это отсылка на следующую. Какой-то чувак, я не знаю, кто это. Это было круто. Это было хорошо. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Напиши в комментах, но мы вроде бы описали весь сюжет уже. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи. А, он витамин С весь вывел из себя. И поэтому стал, ну типа, освободился от демона. Понял. Вот так вот.